Емельянка, я с города. И все, и... Новый год нам чится. А под Новый год, на Новый год на столе должны быть кулинарные шедевры. Что у нас сегодня из кулинарных шедевров нам расскажет главный шеф-повар? А? На чем ты сегодня колдуешь? Привет, друзья. Ну, жирная пища надоела, решил сделать диетическое легенькое блюдо. Ух ты! Вот это да! Сегодня у нас маринованная курочка с поджаристой корочкой. Мариновал, значит... Захлебнулся слюной. Майонез, горчичка, специи. Вот. Солька. Уксус, ну так далее. И немножко печеной картошечки. Ну так, на один раз. Ой, картошечка. Картошечка. А еще ее хорошо. Вот помню, в детстве ходили в поход и в костре пекли. Что ты гонишь? А ну покажи еще. Покажи еще. Дай хоть попробовать. Ну хоть не попробовать, так хоть посмотреть. Да. Это вам не 3D, не 7, тем более не 7D, поэтому запахи посредством видеокамеры не передаются, но вы все видите своими глазами. Это непередаваемая сказка. Это при счете того, что полгода назад я воду не мог кипятить. Опять? А на чем готовим? Рекомендую готовить исключительно на греческом оливковом масле. Оригинал. Оригинал? Да. Дубайское маслечко. Швейцарский кетчуп. Сок, опять же, с Дубая. Балтийское пиво. Балтийские же шпроты. Украинский перчик. Испанские маслины, украинские огурчики, американская пепси, львовская. Ну, запить у нас немножко есть, ага. Ну и, конечно, фанта дубайская. Как видите, импортозамещения у нас нет, так что приходится без обмана перебиваться дубайская фанта. Приходится перебиваться тем, что есть. Да, вон цена даже, 5 АЕД. Ага. Дирхам. Объясните их, нам. И стандарт не такой, как у вас уже 1,95, у них 2,25. Ага. А у вас все меньше, меньше, меньше. А у них все больше, ага, и больше, больше. Больше и больше и больше. Плюс, оно ближе к нам. О, я уже колбасой, как указкой тут показываю. Ага. 2,25 литра, причем 0,25 это идет бонусный. Вот так вот у людей. Все для людей. Это легкий диетический ужин. Угу. Ну что, друзья? Ну это же просто колбаса в магазине. Вот этого это вы шедевр, нигде, да, больше такого не попробуете. Ух ты! Опять запотело. Вот это да! Жар, как из доменной печи. Ну да. Все. Как вкусно выглядит, но я надеюсь, что я приготовил, и чтобы оно вкусно и вкусно было. И вкусно, и вкусно, и еще раз вкусно. Ну что, друзья, присоединяюсь, я слышу уже соседи шкрябываются в двери. Они там уже стоят в очереди третий час, выбивают двери. Так, кто хочет успеть и присоединиться с элитным алкоголем, всех просим в гости. Картошечка печеная в фольге. Выпивка ваша, закуска наша. Так. Как говорят сами дубайцы, эмиратцы, если хоть раз попробуешь нашей водички, будет тянуть обратно снова, снова и снова. Ой, как тянет. Ну, в принципе, чтоб всегда получается, слава богу, ездим. Ну, вы себе не представляете, как тянет. Тянет и тянет, тянет и тянет. Так, ну ладненько. Все за стол. Будьмо! Погнали. Так что, все готово? Ух ты! Ну, даже сквозь стекло это непередаваемый аромат. Так, ну и что? Ну все, финиш. Финальный аккорд.
Слышали звоночек, да? Ага. Жрать, 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 жрать. Ну да. В этой замерзшей, холодной, голодной Украине нам обещали холодомор устроить, голодомор уже устраивали. Ну, как видите, чем богаты, тем и рады. Ну да. Весь мир у нас на столе, как бы. А. Да. Угу. На сегодня Бог не обошел нас вниманием, что да. Бог на столе послал кусочек. Послал, да. Кусочек. Кусочек, и не только сыра. Масло эмиратское, я сразу сказал. А, да? Так что все экологически чистое, проверенное. Все, встретимся за столом? Да. Смачного! До встречи за столом! Смачного! Зустрінемось незабаром! Смачного! А после ужина подписывайтесь, смотрите и, главное, лайкайте! До встречи!